Вот и завершилась ралли «Казахстан», которую мы так долго ждали. Гонка, в общем-то, оправдала свои ожидания. Мы и ждали чего-то чудесного. Так и получилось. У нас, правда, не получилось два спецучастка. Мы, конечно, этим очень расстроены, но мы очень рады, что мы довели машину целой до финиша и можем дальше на ней ехать. Мы обязательно вернемся, потому что еще много красот мы не увидели. И еще большие цели на этой гонке для нас стоят. Всем организаторам, всем участникам большое спасибо. Такой доброжелательной атмосферы надо еще поискать. Да. А вот и мои механики. Ну, добрый вечер, Кирилл. Женя. Как вам понравилась гонка? Много ли я вам работы привозила? Ну, работы было немного. С работой мы справлялись вовремя. Чисто технически решали вопросы. Это было интересно. Новый опыт, новые ощущения, новые знакомства с англоязычными механиками других стран. И было круто и весело. Следующее знакомство и путь будет уже на шелковом пути. Всем спасибо. А много ли вы спали? Спали мы достаточно, чтобы быть работоспособными в нужный момент. Ну, то есть пару часов в день ему оставалось спать. Я вообще первый раз на подобного мероприятия еду. Пока мне сравнивать не с чем, но Таня молодец, и мне все очень нравится. И у меня это все первый раз, первый полет, первый раз Каспийское море, там, ну и гонка, само собой разумеется, тоже первый раз. Мешали ли вы спать по ночам местным жителям, которые живут в округе? Нет, мы стояли в уголке. Даже если каким-то инструментом громким пользовались, то наша машина прикрывала. Так что сами мы ночью не гоняли, не тестировали машину и заботились о спокойствии местных жителей.